канале «Наша жизнь в Америке». Your life is my life. Мы сегодня в средней школе Эдуард, где учится Антошка. И, в общем, здесь проводится сегодня праздник. Наверное, воспоминания. Нет, об умерших. Короче, это надо посмотреть мультик Коко, чтобы понять, что это. Ну, в общем, вот такая вот здесь веселая обстановка. Дети дали о своих родственниках вот такие вот, да, коробки памяти. Вот это вот там тоже сделал коробку про моего папу, его девушку. Там есть фотография, то, что он любил. В общем, такая маленькая история про каждый делал вот какого-то своего родственника. И вот здесь целый зал вот таких вот коробок. Все очень весело. На входе продают печеньки. Саса. И все ходят, что-то смотрят, что-то рассказывают. Сейчас я вам расскажу смешную историю. Так, Антоша, подожди, я перебью. Надо было про родственника делать или можно было про кого хочешь? Про кого хочешь, знаешь, про... А, можно было про кого хочешь, да? Он ребенок. Прикольно. И один мальчик. Совсем маленький ребенок. Да. Как это красиво сделано, смотри, вот, столик. Скажем так, к этому, да? Да, смотри, вон столик. Я видел, видел. Я тебе уже покажу, что ты видишь. А? Морская свинка. Морской свинка. Да. Прикольно. Ну, наверное, я там. Столько... Но... В общем, как говорят, как там родственники говорят, что они живут, они будут живы до тех пор, пока мы про них помним. И поэтому вот здесь вот так вот интересно все делают свои воспоминания. Пойдем. На этой экспозиции мы видим... Это делали 6 класса, да? 7 класса. Им учитель дал скелетонов, и они одели скелетонов в костюмы умерших людей. Да, да. Представить. И вот это я подозреваю Стив Джобс. Так вот тут должно быть написано. Джинсов, да, Стив Джобс, о нем написано. А это Рой Орбисон. А Катарина говорит, там еще где-то было. Короче, они представили себе известных личностей как-то по-своему и написали какие-то их истории. Как они прекрасные. Блин, у них такие классные костюмы, они классно играют и поют.
Видео про праздник Сережа, на самом мертвых. Деле, Сережа постеснялся снимать там, где раздают пищу. Почему ты постеснялся в этот раз снимать, где раздают пищу? Ну, мы же сюда не жрать пришли. А так... Зай, ну покажи, ну вот тут, вот там. Ну, ты выдвигаешь версию, что это организовала какая-то мексиканская община. Да, потому что... Вот этот вот мексиканский ансамбль и вообще это праздник как бы как мексиканский. То есть для тех, кто не понимает этого, не знает, лучше посмотреть мультик «Коко», чтобы стало понятно. Чтобы вот стало, допустим, понятно, что это такое. То есть, как-то с большего стало это понять, после того, как мы мультик посмотрели. Я видела эти черепа, я видела эти специфические украшения. Я понимаю, что это у них какой-то праздник, вот типа как у нас радовница, да, когда приходят. Но у них немножко по-другому проводится. И вот я считаю, что это они полностью, так сказать, Ну, в общем, это очень весело, честно говоря. У нас и интересно. Я хотела сказать, что почему здесь прямо в школе все это организовано, потому что все-таки в Калифорнии очень много испаноязычных с этой культурой. Испанский у нас второй язык, поэтому... Да и вообще, мне понравилось, что Антоша принял в этом участие. Мы очень хорошо вспомнили дедушку. Да. Вспомнили его увлечение и все остальное. Очень грустно было, на самом деле, когда мы там ходили в каких-то моментах, когда видишь коробочки, которые сделаны для маленьких деток, там помогут, немножко грустно. Ну, в принципе, все равно атмосфера... Вот какая-то атмосфера общего веселья какого-то. Но мне было немножко грустно. Безумно смешно. Нет, ну, мне немножко грустно было, когда видишь такие коробочки для маленьких. Один мальчик сделал для рыбок, вот. Другой для собачки, для морской свинки я видела еще. Ну, в общем, на этом наш маленький репортаж про праздники школы заканчивается. Вы были на канале «Наша жизнь в Америке». «Your life is my life». Пишите, как вы вспоминаете своих родственников. И не забывайте про них. Они будут всегда жить с нашей книгой. Да. И обязательно посмотрите этот мультик, если кто не видел. Очень рекомендую для просмотра с детьми. Ну все, бай-бай. Пока-пока.